разные слои использовать для добавления стали. И приноровиться тебе потом даже кто знает где. Может быть, даже персонажа кто-то будет делать, и там подобный нужно будет какой-то там применить фокус-покус. Окей, Игорь, ты Все про другой сайт попробую. продолжал? Да, что, другой сайт там, ну, опять же, из известных, это 3D Motive, где он, в принципе, тот же и 3D, только с другими уроками. Как бы все уроки и подход тот же самый, уроки разные, подход тот же.